Добрый день, с вами канал Малорама. Новости второго сезона сериала «Зимородок. Когда начало?». Съемочная группа сериала «Зимородок» взяла перерыв в конце мая и отправилась в длительный двухмесячный отпуск. В субботу, 18 августа, съемочная группа, как сообщается, и актеры сериала «Зимородок» вернутся на съемочную площадку и начнут работу над новым вторым сезоном. Продюсер OG Pictures планирует войти в новый сезон 2023 года, подготовив как минимум 3 серии сериала, чтобы избежать сбоев, которые могут произойти в новом сезоне 2024 года. Поэтому съемочная группа отправится на съемочную площадку в конце августа на съемки. Бирсен Алтултаж спросили про новый сезон сериала «Зимородок», и она ответила, что пока неизвестно, кто уйдет из актеров. Сценарий пишут в соответствии с реакцией фанатов. От начала истории почти ничего не останется. В прошлом сезоне было много ссор и напряженности, в новом сезоне будет такой же хаос. Скачков во времени не будет. Новый сезон продолжится с того места, на котором закончился первый сезон. Значит, сериал продолжится на ранении Ферита, который должен выжить. Турецкие источники пишут, что уже в комнате Ферит пошли первые подготовки декора. И в ванной тоже поставили круглую ванную. Говорят, что там будут снимать сцены Сейфер. И значит, есть надежда, что главная пара сериала будет опять вместе во втором сезоне. Некоторые турецкие источники уверяют, что второй сезон сериала «Зимородок» начнет свою трансляцию с первой серии второго сезона 22 сентября. Если будут какие-то изменения, мы обязательно сообщим. На этом на все. Подписывайтесь на канал. До скорых встреч!